сегодня мы с вами поиграем в нашу новую игру, которая называется «Засели свою планету». Мы ее уже пробовали с вами играть, мы с ней уже знакомы, поэтому сейчас я вам раздам карточки, вы выберете свою планету, найдете ее на нашем звездном небе и встанете около нее. Пожалуйста, Владик, выбирай любую карточку и смотрим. Так, и идешь, ищешь свою планету. Танечка выбирает. Так, давай, зайчик, выбирай ты. Вот это. И Ариша выбирает. Нет, такая же. Выбираем свою планету. Русланчик, Лёня и Сашенька. Так, ты выбираешь свою планету. Где твоя планета? Вот она. Карточку кладем. Вот так. Вот, молодец, умница. Все, Русланчик, где твоя планета? Посмотри, нашла, нужно поименоваться. Да, вот твоя планета. Под поле. Да. Так, теперь достаем наш кубик игровой. И что нам попает? Что на кубике нарисовано? Космонавт. Молодцы. Потрогали все свои серединочки. И ищем своего космонавта. Берем корзиночку, ищем своего космонавта. Что у тебя там? Так, давай, фасоль у тебя, фасоль. Так, ищем, ищем, ищем. Ищем. Ариша нашла? Нет, Аришечка, ищи, ищи своего космонавтика. Молодец. Так, Русик ищет. Даня ищет. Какая? Своего космонавтика. Да. Что у тебя здесь? Рис у тебя здесь, да? Ну-ка ищи, где тут рис в серединочке у нас? Смотри, тоже запускаю. Так, Тимошечка, ты ищешь. У тебя какая планета? Шуршащая, ищем. Так. Кладем. Твоя. Ленечка, ищи своего космонавта. Трогай свою планету. Что там у тебя? Шарики, да? Шарики у тебя. Вот, давай, бери. Так, и Владюша, так, проверяй, это твой космонавт или нет. И да, трогай серединочку. Твой космонавтик? Да. Твой, кладь. Долетели космонавты? Да. Что нам теперь выпадет? Так. Бросаем кубик, Елена Александровна. Ну что? Ракета. Ищем свою ракету. Трогаем свою серединочку и ищем свою ракету. Опять так, нет, Аня, не твоя. Да. Обратно ищи свою. Сейчас, мой хороший, ищем, ищем. У меня уже два. Так, ищем свою ракету, другую пробуем. Так, так, нет. Еще, ищи, ищи, ищи. Дай ко мне, пожалуйста. Так. Нет, это не ее ракета. Аришечка, это не твоя ракета. У тебя здесь шелуха. А бумажка шуршащая у кого у нас? Ну-ка. Шуршащая, где планета? Молодец. Так. Зачем ты бросаешь? Ариша, проверяй. Где твоя ракета? Ручками трогаем. Сейчас, Ленечка, подожди. Ребятки ищут. Так, ну-ка, шуршащая. Вот с этой стороны пробуем. Пробуем с этой. И вот здесь пробуем. Одинаково шуршит? Одинаково? Бери. Так, Леня, она, наверное, твоя осталась. Ну-ка, проверь. Со своей. Что здесь у нас? Шарики. А здесь у нас? Уже шарики. Красота! Посмотрите, красота. У каждого на планете есть ракета и космонавт. Можно лететь в космос? Да. Можно. Да. Еще будем играть? Да. Давайте. У нас здесь еще в запасе есть кометы. Вот мы сейчас с вами будем кометы искать. А когда? Елена Александровна, так, бросайте. Бросаем кубик. Оп. О, выпал. Комета. Ракета. Ищем свою комету. Скорее, ручками трогаем. Нет. Не твоя. Давай, ищи свою. Сейчас, солнышко, сейчас, подожди, мой хороший. Сейчас вот на этот мы кладем. Так. Давай, трогаем. Да, замечательно, ты правильно нашла. Я тоже ищи. Да, зайчик, ты правильно все нашел. Так, ищем свою. Проверяй, проверяй. Ты серединочку всегда трогай и трогай мешочек. Шуршащая. Где шуршащая твоя? Бумага шуршит. Шуршит? Не шуршит. А вот этот попробуй. Шуршит?
Вот твоя. Так, кто у нас еще не брала? Лариса, ну-ка ищи свою. Свою не нашла. Комету ищем. Владюша ищет свою комету. Нашел? Так, Ариша. Владюш, ты не свою взял комету. Ну-ка, Ариша. Молодец. Вот, Ариша молодец. Владюш, ну и твоя получается. Ну что, еще что-то будем? Да! Давайте. А смотрите, какие здесь у нас инопланетянины. Я вам из коробочки, из волшебной. Да, на кубики выпал инопланетянин. Давайте. Ищем. Заселяем планету свою. Ищем свой меж... Я сейчас поднесу. Лёня, подойди, пожалуйста. Так, ищем, ищем, ищем. Можно. Так, будем играть. Еще Владюша, ты неправильно взял. У тебя, посмотри, у тебя здесь... Одна ручка на здесь, серединке, другой должен искать свой мешочек. Карина, а можно я? Это шуршащие. Нет, это шарики. Нет, это горох. У кого горох? Молодец. Наш горох у кого? У тебя мягко не подходит. Посмотри вот этот. Вот с этой серединкой с одной. Это рис. Ну, это что? Свою трогай. Это не твоя. Горох, а у тебя горох подходит. Правильно. Ищем, ищем. Не торопимся. Нашла. Нашла, ищи. Тимоша. Правильно взял, молодец. Вот она, шуршащая твоя. Здорово, как красиво. Потрогайте теперь ручками серединку и проверьте, правильно вы все нашли на своей планете. Да. Да. Правильно, я сейчас проверю. Так, Аришечка, молодец, правильно все нашла. Да, Маргарита Викторовна, прилетели все на свою, приземлились. Так, Влад, молодец. Так, Влад, нет. Ну-ка, Владюша, потрогай. Ошибся немножко. Видишь, у тебя здесь рис, а здесь горох. Ну-ка посмотрим, у кого потрогай. Это не твоя случайно? Ой, космонавт. Вот, наверное, твой космонавтик, да? Вот, поменяйтесь с Русланчиком. Он рисовый. Ну, красота? Красота. Понравилось вам играть? Можно я буду? Можно. Теперь кидай. Можно, кидай.